Здравствуйте, Екатерина. Я очень рада вас снова видеть и предполагаю, раз вы здесь, то сегодня мы абсолютно точно узнаем что-то новое. Добрый день! Конечно, мы очень хотим всех вас порадовать нашими новинками и с каждым нашим продуктом подарить вам еще больше легкости во время домашних хлопот и больше времени на себя и любимых. Как всегда, звучит очень вдохновляюще. Я думаю, что не только мне интересно, что же будет нам помогать вот таким волшебным образом. Давайте начнем знакомиться. Это новинки нашей продолжающей обновляться любимой косметики для дома. До конца этого года мы завершим полный перезапуск наших средств в бренде Faberlic Home. И сегодня я представлю три продукта с суперсвойствами. Начнем с универсального моющего средства. Так. Теперь оно по-настоящему мультифункционально и мультиприменимо. Вот мне понятие «мульти» очень нравится. Очень. Да. Оно не только убирает весь спектр основных загрязнений, включая жир и уличную грязь, а теперь обладает и антиаллергенными очищающими свойствами. Забирает с поверхности даже мельчайшие частицы бытовой пыли, шерсти, пуха, полевых клещей и аллергенную пыльцу. И при этом проходит для очищения абсолютно любых твердых моющихся поверхностей от пола и потолка для мелких, небольших предметов интерьера. Прекрасно, прекрасно. Мне уже очень интересно, но как он упростит сам процесс уборки? Секрет в особой формуле. Она не просто отмывает, а еще и активно защищает очищенные поверхности от притягивания и оседания пыли. Угу. Таким образом, наше средство подарит вам время без уборок, ведь с ним можно протирать все вот эти маленькие сувенирчики на столешницах и полочек значительно реже. Что самое главное, еще и гораздо быстрее, потому что поверхности дольше остаются чистыми и загрязнения к ним не прилипают, а значит, значительно легче удаляются. Мне особенно понравилась идея убирать чуть реже, чем мы это делали до этого средства. Ну что ж, думаю, что после услышанного всем захочется попробовать его действие. И я искренне рекомендую это сделать, так как еще оно на самом деле бережно относится к коже наших рук и не требует использования перчаток. А также его не нужно дополнительно смывать с поверхностей, что тоже экономит наше с вами время. И еще два важных факта. Так. Наша новинка не содержит аллергенных консервантов, парабенов и имидацмид. И при этом имеет легкий гипоаллергенный аромат. Катерина, я думаю, что аргументы очень убедительные. На самом деле убедительные. И, как мне кажется, даже для самых взыскательных покупателей они также будут убедительны. Думаю, да, потому что создан продукт действительно с учетом самых строгих требований и рекомендован для ухода не только за общими помещениями, но и для уборки в детских комнатах и даже для мытья детских игрушек после улицы. Я вот думаю, что в своем арсенале теперь после этих слов абсолютно точно буду держать это средство. Отлично. А теперь я хочу перейти к еще одному нашему суперпродукту. Идемте. Давайте посмотрим. Так, что же это? Это влажные салфетки от пятен. И уже в 16-м каталоге можно будет опробовать их новые возможности. Ну что ж, подобное средство действительно палочка-выручалочка. Особенно, когда ты не дома. Да, именно экспресс-удаление специфических офисно-уличных загрязнений – главная задача наших салфеток. Пятна от кофе, следы от шоколада, пятнышки от соуса, грязи или даже следы от помады на манжете рубашки. Прекрасно. Новая формула моментально справляется с большинством свежих загрязнений, а также поможет полностью удалить сложные обширные пятна во время стирки. Моментально чисто, особенно когда ты не дома и нет ни воды, ни времени. В общем, согласна, что это очень и очень удобно. И это еще не все. Теперь наши салфетки обладают еще одним очень актуальным действием. Это тот самый случай, когда, казалось бы, ну уже достаточно аргументов, но вы припасли еще что-то. Что же это? Откройте секрет. Теперь они очищают не только ткани, а
а и белую подошву обуви. О, за это отдельно, правда. Делают это очень быстро и эффективно. Думаю, это новое суперсвойство будет полезно в любое время года каждому поклоннику актуальных модных трендов. Ведь сейчас кроссовки, сникерсы и кеды на белой подошве – абсолютный must-have. И таких людей, мне кажется, уже очень и очень много. Да что там говорить, каждый из нас. Хотя давайте будем честными. Есть люди, ну скажем так, молодые, юные, девчонки, мальчишки, подростки наши любимые, дети в том числе, кто еще не очень привык следить за чистотой вокруг, но тем не менее хочет выглядеть опрятными и аккуратными. Это послужит отличным подарком и послужит помощью нашим любимым и дорогим, да, вот младшим, чтобы они всегда были на высоте. Думаю, вы правы. Здесь действительно получается такой total эффект, все в одном. Актуально, быстро, эффективно, удобно и полезно. Например, я действительно думаю, что, может быть, это даже такой отличный повод для знакомства. Берешь и в моменте спасаешь белые кеды неприступной девушки, соседки по лекции. Смотрите, какая романтическая история может, ну, как бы прозвучать, да? В тот момент, когда вы, допустим, на свидании, и ваша дама сердца, ну, допустим, испачкалась. Потому что осень сейчас, да и зима впереди, и весной у нас не особо чисто. Присесть на колено и аккуратненько в одно движение, ну, просто сделать обувь свою барышню чистой. Ну, красота! По-моему, да, очень эти здорово. Да, наполнили абсолютный как образ нашего нового продукта. Он просто прям заиграл, мне кажется, всеми красками. Друзья, это настоящий суперпродукт. Для любой сумочки, для любого рюкзака, бардачка в машине и даже для любой полочки в офисе. Да, это очень приятно, как бы, что даже Светлана такой бурю эмоций вызвал наш продукт. Но у нас есть еще новинки, о которых я сегодня хочу немножко рассказать. Мы уже все в нетерпении, давайте же посмотрим, что это за новинки. Конечно, прошу. Так, что у нас ждет? Удивляйте, Екатерина. В предновогоднем 18-м каталоге выйдут наши новые ароматизаторы для белья и одежды. Даже визуально каждый из них – это мини-стильный образ и свое особое настроение. И каждый из этих трех ароматов подарит свой очень атмосферный, обволакивающий пространство природный аромат. На самом деле, даже не открывая упаковку, уже просто глядя на картинку, можно представить, что же внутри, да? Вот здесь цветочная композиция очень интересная. Абсолютно верно. Лаванда, здесь лавандовый, да? Здесь очаровательный вишневый аромат, очень богатый и насыщенный. Надеюсь, что действительно это будет очень приятно нашим покупателям. То есть в данном случае абсолютное соответствие формы и содержания, правильно я понимаю? Согласна. При этом нам в целом важно создать продукт, в котором мы уверены на 100%. Наши новинки обладают не только глубокими, раскрывающимися ароматами, но и очень стойкими. Это действительно до 30 дней свежести в гардеробе или внутри бельевого шкафа с вашей любимой одеждой. До 30 дней звучит прекрасно, друзья. В общем, когда при хранении вещи не теряют свежести, это очень ценно и очень важно. Да, обязательно попробуйте, потому что наши ароматизаторы рекомендованы также и для длительного хранения сезонной одежды, чтобы уже перед началом нового сезона, когда ты достаешь любимое платье или кардиган из шкафа, на нем остаются легкие, приятные шлейфовые ноты аромата и действительно выраженное чувство свежести. Друзья, и эти новинки, вот честное слово, уже хочется опробовать в действии. Вот честное слово. Будем очень рады и, конечно, будем ждать ваши отзывы после старта продаж. Кстати, я знаю, что некоторые наши покупатели используют продукты нашей категории, например, такое, как мыло для кухни или аквоосвежители воздуха, в качестве небольших полезных подарков для знакомых именно в предновогодний период. Так вот, искренне рекомендую попробовать наши новые ароматизаторы в этом качестве небольших приятных презентов. Это действительно красивые ароматы, очень комфортная цена, и это выгодно и приятно. Что могу добавить? Когда подарок мало того, что полезный, и тебе хочется этим поделиться, он еще и красивый, так это двойная выгода, по сути, да? Екатерина, большое спасибо. Каждый продукт – это отличная идея. Каждый продукт – это просто находка. Вы, как всегда, на высоте, и нам уже всем, я уверена, просто не терпится познакомиться с новой продукцией. Спасибо всем, кто любит и выбирает наши продукты. Мы действительно очень ценим ваши отношения и, как всегда, будем делать все, чтобы создавать для вас полезные топ-продукты по уходу за домом.
Спасибо большое. Еще раз спасибо.